На днях мы побывали в Запрудне, где очередной юбилей отмечали преподаватели и ученики бывшего училища номер 48. Бывшего, потому что 5 лет назад это учебное подразделение присоединили к Дмитровскому техникуму. 60 лет – это не возраст, но только начало нового жизненного пути. Хотелось бы, чтобы этот техникум, как и раньше, радовал всех наших будущих абитуриентов или сегодняшних студентов, чтобы именно процветание и, можно сказать, плодотворное сотрудничество вот этого коллектива, огромного коллектива, который сегодня здесь с нами, не бывает бывших преподавателей, а бывает настоящие преподаватели, это я обращаюсь к ветеранам. Поэтому хотелось бы сказать слова благодарности всем тем, кто сидит сегодня здесь. Училище в Запрудне было основано в 1959 году. Как раз в это время расширялся местный завод электронно-лучевых трубок и аппаратуры. Он и стал главным работодателем для нового образовательного учреждения. Однако не так давно гордость поселка, завод «Зелта», был приватизирован и расчленен. Оборудование гигантского даже по областным меркам предприятия было распродано по дешевке, и большая часть его производственных помещений постепенно превращается в промышленные трущобы. Теперь выпускники местного обособленного запрудненского подразделения Дмитровского техникума ищут работу на других предприятиях. Дети сейчас у нас сдают же демонстрационные экзамены, поэтому сейчас у нас есть по всем почти профессиям эти программы, эти платформы, поэтому дети обучаются и будут, естественно, вот нас должны сделать площадку для МЧСовцев. То есть направление, ну так как у нас один техникум, поэтому направления разные, и естественно, ну контрольные цифры мы выполняем каждый год. Дети к нам идут, у нас есть система, детям нравится, и даже вот дети, которые имеют право получать второе образование, они хотят даже третье получать образование. Почему? Потому что им здесь комфортно, хорошо. Сегодня здесь учат информационным технологиям, обработке цифровой информации, ремонту автомобилей, швейному и поварскому делу, о работе с электрооборудованием и различным строительным специальностям. Учатся в Запрудне ребята со всего Подмосковья и даже из других регионов России. Еще одно знание, которое очень нужно нашему учебному заведению, это телевизор, для того, чтобы расписание уже теперь было на телевизоре. Я ребятам обещаю. За 60 лет работы профессиональное училище номер 48, а затем обособленное структурное подразделение Дмитровского техникума наработало свою методику подготовки специалистов рабочих профессий. И эти наработки ревностно сохраняет старшее поколение преподавателей. А новые современные технологии вносят уже более молодые педагогические кадры. И руководство Дмитровского техникума постаралось в день юбилея своего подразделения отметить заслуги каждого представителя этого славного образовательного учреждения.